Смотрите в пятницу 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу «О животных хочу домой». В рубрике «Возьми собаку из приюта» и «Кошке тоже нужен дом» вы увидите видеовизитки. Двум собакам и двум кошкам ищут новых ответственных владельцев. История Ирины Чистаковской, зооволонтер, человек на практике, спасающий животных от гибели. И гость в студии, начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самары Леонид Дюгаев. Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 7 октября в 18:15.